В июле 2008 года я в составе делегации Херсонской области побывал на стажировке в США, штат Айова, город Де Мойн, по программе организации проведения детских летних лагерей. Изучив опыт работы, общаясь с детьми и с коллегами, я понял, что несмотря на разницу мировоззрений, языка, вероисповедания, главная задача у нас общая. Это гармоническое развитие личности ребенка. Это его нравственное и эстетическое воспитание. Это его духовно-физическое развитие. Это воспитание к любви своей родине. Вот с этой целью был создан детско-семейный туристический клуб «Робинзон» в городе Сирюльске Херсонской области в 1992 году. Для всестороннего воспитания детей в клубе разработана программа. Познавая в путешествиях историю и природу своей родины, познаешь себя. Мы проводим летние туристские детские лагеря на Херсонщине и в Крыму. Детский лагерь «Робинзон» на острове Джералгач. Водные походы по Днепру и Нижеднепровским плавням. Горные походы в Крыму. Одно из направлений работы клуба – семейный туризм. В совместных занятиях и туристских походах не только родителям открывается характер ребенка, а и дети лучше узнают своих родителей. И тогда возникает самое главное в семье – душевный контакт. Проект «Гармония» и стажировка в США помогли мне прочувствовать всю глубину патриотизма, взращиваемого в американцев с юных лет. Именно этот патриотизм, любовь к своей родине, помогает американцам сохранять первозданные уголки природы, поддерживать чистоту окружающей среды. И я в своих детских туристских лагерях в Крыму и на Херсонщине всеми силами стараюсь прививать нашим детям такое же чувство патриотизма по отношению к своей родине, сохранению ее природного и духовного богатства.